начался рождественский пост. А это значит время постных блюд. Сегодня мы будем готовить ризотто с грибами. Вкусно! Вот, узнаете, что это такое? Итальянское, европейское блюдо. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Рис, лук, грибы, грибной бульон, вода. Первым делом промываем рис несколько раз, до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Затем тщательно промываем грибы и нарезаем их ломтиками. Мелкими кубиками режем лук. Обжариваем грибы и лук на оливковом масле. Далее добавляем к прожаренным грибам с луком рис, 2 стакана воды, 2 бульонных кубика, предварительно разводим их кипятком, и оливковое масло. Все перемешиваем и оставляем готовиться на 20-25 минут под крышкой. Периодически помешиваем, по мере необходимости добавляем еще воды и оливкового масла. Готовое ризотто укладываем на тарелку. По желанию можно украсить мелко нарезанной петрушкой. Вот такое простое, вкусное, а самое главное постное блюдо у нас получилось. Ризотто. Мне очень понравилось, как мы готовили ризотто с грибами. И мне понравилось, когда мы обжаривали рис с грибами.